Всем привет, друзья, меня зовут Том. Сегодня мы с вами поиграем в инди-игрушку, которая называется Where is my hammer? Что в переводе означает... Где мой хренов молот? Ребят, наверное, уже по названию можно догадаться, что же мы тут будем делать, да и по картинке, которую вы сейчас перед собой видите, то есть, ну, по видео, которое вы видите перед собой, у нас в руках есть молот, ну или не в руках, или мы просто мыслью его контролируем. И, в общем, этим молотом, в принципе, нужно будет расхреначивать все здесь просто к херам собачьим. Надеюсь, ребят, вам понравится это видео, ставьте лайки заранее. Ну, в общем, погнали, попробуем, что это из себя игра представляет вообще. Окей, тут можно прыгать. Тут можно прыгать и на лету все это расхреначивать. В общем, друзья, эта игра сделана вроде как для конкурса Indie vs PewDiePie, который прошел уже, наверное, несколько месяцев назад. И эта игра, наверное, скорее всего, ребят, я честно не знаю, для чего эта игра сделана. Просто смотрите. Просто посмотрите. Для нас не существует преград. Мы все можем расхреначивать своим молотом. Эта игра, мне кажется, призвана просто для того, чтобы показать всю мощь. Ну, не всю, конечно, мощь. Не мощь графики, а мощь физики и мощь разрушаемости движка Unreal Engine 4. Потому что эта игра сделана именно на этом движке. Нужно быть осторожным, потому что... Я как хренов рабочий. Я чувствую себя чертовым рабочим. Так... Left mouse to slam, middle mouse to switch. Ага, можно переключать, значит, позицию этого молота, как он у нас будет в руках-то смотреться. На middle mouse, хорошо, а на right mouse to charge. Типа зарядка. Ух, 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 ух. Намного сильнее бьет, когда на правую кнопку мышки нажимаешь, а потом только бьешь. Хорошо, у нас тут какой-то дом, я не знаю, что это за дом. Я хочу пройти сюда. Эй, почему тут закрыта дверь? Я не люблю закрытые двери! Не люблю закрытые двери! Эту хрень тоже можно разбить. Тут все можно разбить, наверное, только кроме вот этих вот букв. Окей, давайте посмотрим, что это у нас тут. Какие-то книжные полки с книгами. И бум! Бум! Хорошо. Нужно сначала, наверное, мне кажется, вот эти вот... Расхреначить балки, чтобы... Чтобы рухнул потолок. Да-да-да. Так и есть. Чтобы не было опоры. Эти опоры нужно уничтожить. Окей. Тут есть какие-то, не знаю, статуи, что ли, какие-то стеклянные. Что это за хрень вообще и почему? Почему они тут стоят? Они мне не нравятся. Не нравятся! Сказал, не нравятся! Вообще мне ничего здесь не нравится, мне не нравится этот дом. О боже мой, вы только взгляните, какая разрушаемость, друзья. Так, ага, нужно выбить окно. Почему я... Я не могу... А, окей, все, выбил. Выбил окно, еле-еле. Хорошо, на первом этаже, в принципе, уже ничего нету. Нам осталось только на второй этаж идти. Ну, сейчас я разрушу опоры. Ага. Чтобы этому дому не на чем было стоять, чтобы он просто разрушился, особенно второй этаж. Окей, посмотрите, уже там все рушится. Ладно, пока там не все разрушилось, давайте сходим. Сходим и посмотрим, что тут есть на втором этаже. О, тут. Вообще, это похоже на какой-то музей, а не дом. Больше. Да, больше на какой-то музей похоже, потому что тут какие-то экспонаты, типа. Стоят, которые даже разрушить нельзя, черт возьми, и все, я ненавижу этот дом, нужно все это расхреначить просто. Тут комп. Охренеть, охренеть, я даже ничего не вижу. Эй, эй! В общем, ребят, вот такая вот игрушка. Просто хотел вам показать ее, просто хотел сам в нее попробовать поиграть. Конечно, это клево. Конечно, такая мощь движка. В смысле, в плане разрушаемости. Это очень клево. И... Да. Это очень клево. Ага. О, у нас... Что это было? Какого хрена? Ты че меня пугаешь, чертова тачка? Смотрите, а тут еще какие-то эти... Какая-то комната, какие-то... Трехъярусные кровати.
Или двух я... Нет, трех скорее. Да, тут три было. Три полки типа было. Ладно, все, расхреначим. Тут мы были, да, тут мы были. Мы уже везде здесь были. Я не хочу проходить сквозь двери. Двери для слабаков. Через двери, точнее, не сквозь, а через. Двери для слабаков. Я хочу ходить сквозь стены. Господи, через стены. Через разрушенные стены. Черт вас, дери вообще эти стены. Господи, боже мой. О, я придумал. Надо лестницу расфигачить. Есть. Ух ты, типа... Типа винная полка? Что это? Как-то тупо этот молот сейчас, понимаете? Смотрите на него. Я вот сменил как бы позицию этого молота, как он у меня в руках будет держаться. Правой кнопкой мышки заряжаю, левой бью. Знаете, как тупо как-то понимаешь огромный молот и херачишь все на свете. А как вот, смотрите, блин, господи, как он оказался-то под столом. Окей. В общем, тут еще, кажется, на циферке, на клавиатуре, которая где циферки, справа, на клавиатуре, господи. Так, сейчас разрушу эту тачку. Черт, я не хочу падать, не хочу падать. Че, нужно, да, вот так нужно. Сменить, чтобы молот по-другому у нас в руках держался. А, вроде как тут можно создавать что-то еще, например... Например, стулья. Ага, например, стену. Например, что-то еще, что это? О, господи, это же колонны. Какие-то вазы. Еще можно машину создавать на нам 7 кнопочку. Но, ребят, простите, я не могу сейчас на нее нажать, потому что просто-напросто запись остановится, поэтому... Да, ну, в общем... Нет, давайте я все-таки нажму и покажу вам это. Вот она, машина создалась. Что это такое? Окей. Где мы вообще находимся? Какая тут гравитация, черт возьми? Ага, тут есть какие-то полки. О! Ни хрена себе! Что это? Что произошло вообще? Черт! Знаете, в этой игре можно выпускать свой пар, знаете, ну, то есть... Тогда вас что-то бесит. Это типа как симулятор, блин, симулятор учителя или... нет, симулятор убийства учителя или симулятор избиения босса или типа того, знаете, когда что-то бесит, и ты прям хочешь все это... Все это расфигачить, хреном! В общем, да. Окей. Давайте тогда. Надеюсь, вам понравилось это видео. Очень прикольная игрушка. Если вы хотите выпустить свой пар, то обязательно играйте в эту игрушку. Так, что за хрень? И почему? Почему? О, черт, о, что за хрень? Окей, друзья, надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Зовите друзей, скачивайте и играйте в эту игру. И это очень клевая игрушка. И, конечно, движок Unreal Engine 4 просто охрененный в плане разрушаемости. Это мы с вами в этой игре увидели. В общем, друзья, спасибо за то, что были со мной. Спасибо за то, что посмотрели это видео. С вами был Том. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Зовите друзей. До следующих видео. До следующих видео.